Здесь вы узнаете, как сгенерировать токены и создать Telegram-бота в приложении Telegram. 1. Откройте настольное приложение Telegram. 2. Нажмите на строку поиска и начните поиск Botfather, должен быть отмечен синей галочкой. 3. Откройте его и прочитайте следующие пункты, указанные на экране. 4. Нажмите Start, после чего вам будут доступны различные команды, такие как /newbots, /mybots и так далее. 5. Чтобы создать нового бота, нажмите /newbots. 6. Чтобы получить информацию о вашем боте, нажмите или введите вручную /mybots. 7. Затем вы увидите свои списки ботов, если у вас их больше одного. 8. Нажмите имя вашего бота, вы увидите следующую встроенную кнопку, такую как MyToken и так далее. 9. Также вы можете удалить своего бота.